Эта встреча, к слову, стала самым продолжительным финальным поединком в истории турнира серии «Мастерс». Длилась она 3 часа и 2 минуты и завершилась со счетом 6-7, 7-5, 6-4 в пользу кубанской спортсменки. Этот титул для Елены Весниной стал первым в сезоне и третьим в карьере в WTA в одиночном разряде. С победой спортсменку в своем микроблоге поздравил глава региона Вениамин Кондратьев. Поздравляю с новым титулом. Соперница у Елены была достойная, наша же Света Кузнецова. Российские теннисистки самые лучшие в мире, и это давно не требует подтверждений.